Сегодня в Большом театре бенефис народной артистки России, прима-балерина Большого театра Надежды Грачевой. Бенефис любой из балерин Большого театра – это большой праздник. Это праздник мастерства, праздник таланта. Это возможность увидеть в необычном ракурсе балерину. И то, что собрались сегодня такое количество ее коллег, друзей, премьеров, артистов кардебалета, это прежде всего та степень доверия, уважения к мастеру, которым является Надежда. Я счастлива, что это все состоялось, потому что вот эта задумка показать всем моим поклонникам абсолютно новую программу. Я знаю, что многие поклонники, которые шли, говорили: «Боже, если ты не станцуешь Байдерку, это будет трагедия». Я это все слушала, молчала и думала: ну, конечно же, ее не будет, потому что я столько раз танцевала Байдерку, и публика должна была увидеть что-то новое, то, в чем меня никто никогда не представлял. И то, естественно, что я никогда не танцевала. Я чувствую, что это мое. Я бы хотела станцевать целиком весь спектакль. Я, в общем-то, понимала всю сложность этого проекта, потому что затрата сил, времени колоссальная. Но я рада, что это осуществилось. Моя задумка все-таки воплотилась в жизнь. И я сегодня самый счастливый человек, наверное. Thank you.
пробуждение Флоры я, как педагог-репетитор, делала на закрытии прошлого сезона с молодыми балеринами, только начинающими. Конечно, девочки очень старались и потрясающе станцевали для себя. Но все-таки это сложнейший номер, именно классика, чистая классика, которую нужно уметь правильно преподнести. Этот мини-балет должен идти, и должны его танцевать балерины. В том стиле, в котором это должно идти. Я считаю, что нам это удалось. Наденьке я могу говорить только в превосходной степени, потому что она для меня олицетворяет собой понятие балерина. Балерина-профессионал, балерина с большой буквы, которая умеет не только хорошо работать, но умеет жить и творить на сцене.